Ну, сейчас вот иду вот и думаю, да, что любой производственник вот в Николаевском районе, неправильно, не производственник, производства практически нету, да, есть грабеж биоресурсов по факту и, ну, какая-то показная там замещающая деятельность, там мы вот высаживаем, ну, только когда Роман Нижнеамурский поднимает дрона своего, показывает там лес, тайгу там, и вот эти все лысые квадратные километры, ну, можно усомниться, да, тогда сразу. Вот я вот усомнился, например, то, что высаживают, делают там, ну, высаживают сколько-то, а сколько-то и не высаживают. Ну, вот, вот это, что касается производственников, это вот лес, рыба, золото. Вот был товарищ Гуминский, он вокруг себя сразу организовывал, обустраивал среду, да? Обустраивал среду, домики там, структуру там какую-то, чтобы удобно было. Вот. Но инфраструктуру имею в виду. Но Гуминский ушел, и сразу фирма, офис фирмы переехал в Хабаровск из Николаевска. Все. На чем это сказывается? Ну, естественно, это сказывается на по УИЗМе, да, и разных других УИЗМах по отношению, ну, к рабочим. Вот. Уже отношение не такое, да, ты уже не здесь, у тебя квартира, штаб уже не здесь, все, ты уже в Хабаровске. Ну и скажется, конечно же, на налоговой базе, да, налоговой. И глава района опять будет пучить глаза, так, ну вот, уехали они, вот, да. Налогов меньше стало. Ну, кто-то приедет, да, где-то еще доберут. Ну, там у губернатора попросим, да, еще у кого-нибудь. А он пускай его президента попросит. Так вот, что хотел сказать. С производственниками понятно, да, эмуляция производственной деятельности. По факту грабеж ресурсов, просто грабеж. Вот. А что касается предпринимательской деятельности, то это, в общем-то, все социальные паразиты. Не те паразиты, которые сидят и клянчат, нет. Те, которые берут и забирают. Вот. У большинства занятых, например, в торговой сфере деятельности, работники, работницы не имеют полноценного отдыха, не имеют полноценного соцпакета и прочее. Я вот делал одному гражданину рекламку. Вот. Он говорит, вот это убери, я говорю, что убрать? Соцпакет там и прочее, понятно? При всем при том, что мы такие хорошие пушистые, соцпакета-то нету. Ну и что это такое? И зарплатка, да? Ну, меньше мрота платить нельзя. Ну, у кого-то на мази, кому-то можно на полставочки. Хотя такое не прокатывает, но у кого-то может еще и есть. Ну, мрот, да? Договорились на полста, допустим, тысяч. Мрот платит, допустим, сколько там? 33 на руки, да? Остальные 17 конвертом. Ну, как бы нормально, от налогов ушел там, да, тут не засветился. А человеку это как? А человеку это... Это сплошной минус к пенсии. Они что говорят? А что пенсия? Пенсии там у вас не будет, там, да, вы до нее не доживете. Это они про вас говорят. Сами-то они уже дожили, у них уже есть, у них все хорошо. И знают точно, что у них будет, и не маленькое. Вот. А что касается государства, государство они вообще просто даже не обманывают, а просто наёт. Понятно, да? Это вот то, что касается государства. Это преступники, в общем-то. Вот это, вот это что касается торговой сферы деятельности. Там, в общем-то, ну, без нарушения очень трудно сводить концы с концами. Но я же и говорю, просто становится буржуем. Вот, как помните в фильме, тоже вот где-то недавно вспомнил, прочитал. Что, говорит, бая, говорит, собакой называешь, да? Собакой ругаешь. А сам, говорит, баем станешь, так же батраков заведешь, да? Гляди, говорит, у тебя уже рога растут. Тут где рога? Помните, Костя этот молодой, еще Райкин.
Ну, а если еще учитывать диаспоризацию, да, которая со всех сторон, она никуда не делась, она еще добавляется иностранной диаспоризацией, то есть не там ближнего там нашего там некогда пространства СНГ, а в общем-то ближнего зарубежья, в общем-то, да, совсем тут рядышком, что у нас рядышком в Благовещенском находится. Всем понятно, в общем-то, да. Ну, это, говорю, вкратце, вот так вот, если зацепить вот эти все вещи, можно долго об этом говорить, и как оно все выполняется. Вот, ну, по ходу говоря, мы имеем, что и хотели иметь, да, имеем демократию, то есть власть рабовладельцев сейчас вот именно вот по местечковым таким местам повесим, и имеем, собственно говоря, ну, буржуазию, которая ездит на хребте своих работников, вот, а иначе никак не заработаешь. Ну, то есть социальные паразиты, это общество вот сейчас, оно плодит на местах социальных паразитов. При том, что те, кто являются этими паразитами, говорят, мы развиваемся, мы инвестируем, и вот так, ну, хочется ему сказать, тебе сколько денег вообще надо? Вообще, вот, да? Сколько? Чем больше, тем лучше. Но это не ответ, блядь. Я вот, например, точно знаю, сколько мне надо денег, чтобы мне, ну, допустим, ежемесячно, да, там, еженедельно, чтобы жить, в общем-то, достойно, да, и чтобы что-то можно было еще развиваться, то есть откладывать там на развитие, там даже какие-то накопления делать. Я знаю, сколько это надо, в общем-то. Совсем не так уж много-то денег и надо. А то, что, ой, чем больше, тем лучше, это все ерунда просто для чайников, да, как Шура, да, этот, Шура Балаганов, Остап Бендер спрашивает, сколько вам надо, Шура? То что-то 5000 рублей. Я долго что-то считал, что-то 6000 рублей. 6000, ну, значит, он говорит, 60 тысяч. 6 тысяч вам. 60 тысяч вам, знаете. И Шура все равно в карман полез. Потому что хочется, это все вот такое. Это вот хотелки вот эти вот. И все вот административные вот эти структуры, они вот этому подвержены. И денег, да, всегда мало. Они всегда вот, вот есть, допустим, зарплатка, допустим, 100. Была до этого 50. Он раз, быстренько подрос потолок потребностей. Стало 200, еще потолок потребностей подрос. Ну какие, что за потребности-то? В отпуск куда-то ездить, гонять там или что-то еще. Да нет, на всякую ерунду, в общем-то, все это куда-то улетает. А у кого фантазии нету, кто не может там уже справляться с откатами, те просто складывают там в коробки, в чайники, в ящики. Ну и когда денег дефицит, их просто берут, раскулачивают и показывают как коррупционеров. Ну, примерно вот такая вот ерунда получается. Ну вот что вот по местечковым таким у нас, по окраинам. Если занят в торговле, значит барыга. Все. Барыга, буржуй, да? Ну, я как бы... Что сказать? Ну, вот я уже резюмировал. Заняты вообще какой-то там какой-то предпринимательской деятельностью практически всегда какой-нибудь ты, короче, буржуй, значит, становишься. Так или иначе, ну, никуда от этого не деться. Там можно сохранять человеческое лицо, платить людям нормально, в общем-то, достойно, но при этом много не заработаешь. Мало кто идет по этому пути. Вот, ну, стараются как-то все свое благосостояние улучшить за счет того, что нагибают своих собственных работников. И получается вот этот заколдованный круг. Как из этого круга выйти? Как из него выйти? Бьются столетиями, тысячелетиями. Потом вот появился марксизм, куда-то всех увел. В одном раз, и вот хопа! И мы здесь, в России, да, показали, что можно сделать такое государство, которое будет, в общем-то, не будет заниматься эксплуатацией рабочих с целью наживы, да, будет такой концерн. Ну, сейчас на него тоже льют там ведрами грязь, там закидывают, там вот люди там получали мало, государство там наживалось, там прочее десятое. Ну, а сейчас-то что сделать? Ну, пускай говорят все, что хотят. А сейчас-то что сделать? Как вот выйти из этого заколдованного круга? Как так, чтобы вот все-таки жизнь текла нормально, самодостаточно, чтобы от этой эксплуатации уйти, не знаю, к человечности ближе подойти? Что-то можно вообще вот сделать или нет? Ну, в общем-то, можно. Вот. Сказать, да, банально, стать человеком, да, ну, это, в общем-то, ничего не сказать. Хотя в этом-то, в общем-то, все и кроется. И когда вот начинается выборная кампания, тут начинает всякими тезисами сыпать. Мы победим безработицу, мы победим там, я не знаю, что там, блин, старость, да, мы победим там смерть.
40 лет, там, мы там то сделаем, это сделаем. Они тут же эти обещания потом забываются все. Почему? Ну, потому что побеждает не тот, кто в основном побеждает, не тот, кто что-то действительно хочет, может, а тот, кто имеет возможность забашлять там, или просто ему говорят, да, иди сюда, ты в нашу команду пойдешь, все, иди сюда, иди в нашу банду, мы тут, короче, по району рулим, все. Все идет, его как бы выбирают, он потом, ну я как бы и не хотел, меня позвали, я пришел, ну что он будет делать, он будет так же руки поднимать, так же за все. Я спросил тут как-то там одного другого, ты вот хорошо в бухгалтерии рубишь, да? Ну, так не особо. Ну, а что ж ты голосуешь за вот эти вот бюджеты и все? Ты вот врубаешься вообще, что сделали? Ты с каждой цифрой согласен, да? Я говорю, что ж ты руку поднимаешь, понимаешь? Вот, ну, не буду фамилии называть. Смысла нету, блин, зачем? Так оно везде так получается. Какой он там? Он же не бухгалтер, счетовод. Ну, ты все, хотя бы разберись, хотя бы читай материалы собрания, к примеру, да? Так вот, начали мы вот с того, что... Вот сейчас правит, вот не надо далеко ходить, вот возьмите вот Николаевский район, да, возьмите вот какой-нибудь там, я не знаю, там, Охотский район. Рулит вообще, рулит всем конкретная коррупция. Вообще, конкретные буржуи рулят. Какие-то человекофобы, я не знаю, ненавистники, блин. Как-то если, я говорю, если платят человеку, там, допустим, 100, там, да, там, ну, хватает, да, платят чуть больше, человек должен уже все, там, все, ты мой раб уже, ему говорит, я тебе плачу на десятку больше, да, ну, и так себя ощущает таким благодетелем. Но это неправильно. Вот с этого круга замкнутого есть выходы, есть. Вы-то сами как думаете, кто дослушал до конца? Спасибо, поставьте лайкосик видосу, раз вы все равно досмотрели. Напишите что-нибудь. Ну, можно как-то, вот, как считаете, вот с этого состояния выйти вообще? Роман Зайцев, живу на ДВ. Один канал у меня тут подзакрыли временно. Что-то думаю, это может быть на постоянно. Ну, тем не менее, чем хороши запасные каналы? Ну, тем, что они есть. Пока все.